Армысыздар, достар! Бул Каштанов. Менин Каштанов Реакшн, канал Макош, келдиниздер. И сегодня у нас будет реакция на видео под названием «Знают ли этнические казашки свой родной язык? Казашки с Алтая». Без лишних слов, приступаем к просмотру. Кстати, по ссылке в описании можно пройти на мой Бусти. Там регулярно выходят реакции, которые блокируют YouTube по авторским правам. Кеттік, достар, кеттік. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Есіміңіз кім? Мен есімі Карима. Женя. Женя? Как вас зовут? Динара. Замира. Кто-то знает, да? Хорошо. Откуда вы? Мы с Жазатр, с Кашугачский район. Вы все казашки, да? Да. Хорошо. А на каком языке обучаетесь? И на казахском, и на русском. Вы студентки? Нет. Я, да. Школьник. Школьница, студент? Я студент. А вы? Школьница. Школьницы. Ага. И ваша школа находится в Джазаторе. Джазаторе. И там есть школы на казахском языке обучают? Да. Да, да есть, да? Да. Ага. А учебные пособия, книги, все на казахском языке? Да. Нет, некоторые. Некоторые только. Какие предметы нет на казахском? На казахском. Только казахский, казах тілі и адебиет. И да. Ана тілі. Казах тілі. Что там хрестоматия есть? Казахский язык, это да? Это какой класс вы учитесь? Это хрестоматия 9 класс, а остальное там с 1 класса. С 1 класса есть, да? А вы сейчас на 9 классе учитесь? Да, я на 9 перешла только. А вы? 8. 8, 7. Угу, хорошо. А остальные предметы на русском? Да. Да. Угу, хорошо. Так, а для вас сложно обучаться на русском, но как бы школа как бы на казахском языке? Немножко сложновато, да. Какие проблемы существуют? Иногда я не понимаю грамматику. То есть, типа, когда разбираешь слова по членам... Женщины проходят. Угу. Это вообще непонятно. Казахского языка? Да. Угу. А так нормально. Угу. Все нормально. А алтайский язык тоже изучают? Да, да. Алтайский язык изучают только те, кто... Тут у нас... типа алтайцы. Да. Выбирают, типа, русский, ой, фу, казахский, либо алтайский. Да. А вы выбрали? Казахский. Казахский, русский язык? Да, да. Да? У меня только алтайский. Я в городе учусь, я выбрала русский. Ну, потому что казахский мне будет сложно тут. Хорошо. А у вас в школах английский язык? Есть. Да. Как есть. Обучается? У меня в 9 классе чисто по-английски. Там ничего не по-русски, ничего не по-казахски нет. Только по-английски. У вас тоже самое? Да. Да. Тоже только на английском учусь? Да, да. И какой у вас уровень? Высокий. Вы умеете свободно говорить на английском? Не свободно, но типа знаем. Да. Да. Типа знаем. Ну, темы нам объясняют на русском. Да. Угу. Или на казахском. Хорошо. А вы можете теперь представить, рассказать о себе на казахском языке, на своем казахском языке? Ну ладно. Меним атым Замира. Мен Кожаушта туғамын. Мен городта оқаймын. Все. Нешінші сыныпта оқисыз? А? Нешінші сыныпта оқисыз? Это как? Қазақ. А, седьмой. Қазақша? Жетінші. Сіз? Менің атым Динара. Мен... Не, ну знают, ребят, да? Все-таки знают. Шибко валко, но знают. Туған жерім, или... Это Қошағаш. Я у... Мен оқим Жазатырда, 8-ші сыныпта, что еще? Все. Сіз? Менім атым Женя, маған 14 жас. Мен туған жерім Қошағашта оқимын Жазатырда, 9-ші сыныпта. Сіз? Менің есімім Карима, туған жерім Қошағаш районы, Жазатыр ауылы. Толық фамилиям Салыкова Карима. Қазіргі уақытта студент боламын, бұйырса сол. Бұйырсын. Бұйырсын. Қандай мамандықта оқиын деп жатырсыз? Мамандық юридический саласында оқығым келеді негізі. Осы Ресейде ма?
Ресейде иә. Қазақстанға барғыларыңыз келеді ме? Путешествие болса барғымыз келеді иә. Қандай қаланы көргілеріңіз келеді? Алматы, Нұр-Сұлтан, Шымкент. Ну, блин, ребят, вот, пожалуйста, да, свободно общайтесь на казахском языке. Хотя, я так понимаю, это территория России, да, территориально. Просто, наверное, граничит с Казахстаном, да, вот этот вот поселок или деревня, как они называли. Сейчас сразу сходу так не скажу. И есть казахские школы. Вот вам, ребят, просто кто-то задавал как-то вопрос, ну, типа, в Казахстане есть русские школы, а в России где казахские школы? Вот вам, ребят, пожалуйста, есть. Есть казахские школы, так или иначе. Ну, конечно же, они на границе с теми, в тех регионах, которые граничат с Казахстаном. Это понятное дело. Я вот не исключаю, что в Оренбурге, к примеру, тоже есть. Откуда я родом? Просто я родом из северной части Оренбурга. А сам Оренбург, он более в южной части области, которая вот прям непосредственно граничит с Казахстаном. Қызылорда, барлық жерде десем болады. Қазақстанда туысқандарыңыз бар ма? Бар, иә. Осы жаңағы аталған қалаларда иә тұрады? Иә, бар. Атырауда бар, сол жақта. Сіз ше? Қандай қалаларды көргіңіз келеді? Тұрсамы? Сіз? Алматы, например, Нуртас, Петер. Нур-Султан. Нур-Султан, да. Вот. Нуртас сказал, да, ребят. Нур-Султан, да. Ну-ка. Алматы, например, Нуртас, Петер. Нур-Султан. Нур-Султан, да. Нуртас, ну да. Я хочу Крацунка. Каджак тот рад тусклый. Это который пел песни «Сине сием», да? Казахстан турал не блесис. Ничего. Ну ладно, это просто немножко девчонки смущают, скорее всего. Как уж не знают, знают язык, могут более-менее общаться, да, а казахстане ничего не знают. Это просто ступор. Сіздер Қазақстан туралы тағда не білесіздер? Қазақстан туралы... Қазақстан тарихын оқисыздар ма мектепте? Оқыдыңыздар ма? Біз негізі оқыған олдық Абай, Құнанбай, үлкен-үлкен... Поэт дейді ғой, соларды оқимыз. Ал былай тарих, ондайда оқымамыз. Сонда Қазақстан тарихына үңілмейсіздер, иә? Тек әдебиеті. Абай Құнанбаевтың өлеңін білесіз ба? Жоқ, білмеймін. Қандай да бір жазушының мүмкін шығармасын? Ұмытып қалған, бірақ білмеймін. Тоғызыншы сыныпта, себебі бізде көбінде мектепке экзамендерге көп қарастырады, сол себепті бізде уақыт болмайды әдебиетті. Үйде көп қазақша сөйлейсіз ба? Иә. Үйде еще сол нәрсе көбінесе қазақты неткен соң өзіме көп жақын тіл. Сол себепті қазақ тілі ол менің нәрсе. Анамның тілі болған соң мен көбіне қазақша жақсы түсінемін. Жалпы мысалы Алтайда қазақтардың көбі өз тілінде сөйлей ала ма, әлде ұмытылып жатыр ма қазақ тілі сіздердің ойларыңызша? Менің ойымша қазір көбі қазақ адам орысша көбінесе сөйлейді. Мысалы орыстарға барса, сол жақ ауылдан кеткендер қайта келгенде орысша сөйлей береді. Қазір кішкентай балаларында қазір орысша бәрі сөйлейді. Оны дұрыс деп ойлайсыз ба? Жоқ. Мен 50% дұрыс емес деп ойлаймын. Себебі өз тілді все равно как-то білу керек. Сіздердің отбасыларыңызда қазақтың салт дәстүрлерін ұстанады ма? Әрине ұстанады. Тойларда ұстанады. Ну, я так понимаю, в принципе, из-за того, что семьи придерживаются казахских традиций, дома, скорее всего, общаются на казахском языке, вот, в принципе, девушки и сохранили кто-то в большей, кто-то в меньшей степени знания своего родного языка. Зату, шильдехана, бесектой, онгар, саукесер, ябар. Көп қонақ шақырыла ма? 500 мыңдай қонақ болады. Ойбай, 500 мың? Ой, 500! 500? Иә. Ауыл қалалардан келеді. 500 адамға дейін. Иә. Балнұрдың парақшасына тіркеле кетіңіздер. Окей, подпишемся. Ребята, ну что сказать? Опять же такое доброе, в какой-то степени интернациональное, российское, казахско-российское или российско-казахское видео получилось, кому как угодно. Все-таки я, судя по видео, понял, что
Ну, Алтай, это территория России, хотя в Казахстане тоже есть Алтай, да? Ну, как-то это же вот... это какая-то... Какое-то наименование суши, области, да, которая есть как и в России, так и в Казахстане. Я вот в этой части в географии не особо силен. Вот в этой алтайской... в алтайской направленности, да, что ли. Не знаю, ребят, короче, совсем запутался с этим. Но не суть. И это территория России по факту. Вот, на данный момент границы, российские законы, школы, правила, вот это вот все. Но в то же время есть и казахские школы, и где, в принципе, изучают на казахском языке. Грамматику, по-моему, они тут изучали или еще что-то такое сказали. Но сам факт, ребята. Опять же, вспомню комментарии, которые писали и говорили, что в России нет казахских школ. Вот, ребята, пожалуйста, есть. И я уверен, что это не один... такой факт, не один пример. Просто, как бы, ну, о них мы, наверное, мало что знаем. И в целом эту информацию, если покопать, как говорится, то обязательно можно найти информацию по этому поводу. Так что как-то так. Ну и, ну, девчонки, в принципе, молодцы, что сказать. Изучают свой родной язык и знают его. А вообще знание двух языков это... только плюс, тут априори не может быть минусов, то есть ты, у тебя богат словарный запас, лексикон, ты можешь общаться на двух языках, в принципе, ты более коммуникабельный и так далее и тому подобное, то есть здесь только одни плюсы, я лично в этом вижу, никаких минусов абсолютно. Так что, ребята, изучайте языки, общайтесь на них, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока, удачи, до встречи.